Весеннее время даже такое безобидное на первый взгляд хобби, как рыбалка, может быть опасным для жизни. Сотрудники МЧС предупреждают, обманчивость погоды может стать причиной чрезвычайных происшествий на льду. Сейчас лед под влиянием солнца становится хрупким. Начинается на Волге, основном фарватере, где основная масса рыбаков у нас скапливается. Лед становится ломким. И, в общем-то, очень велика опасность того, что люди просто могут попасть под лед. Вообще весна несет жителям региона немало опасностей. Прежде всего, паводок. К нему спасатели готовятся уже давно и с уверенностью предсказывают. На этот раз он будет немноговодный. Бояться нечего. На основных реках, это в основном у нас Лух, Холуй, сейчас уровни рек даже ниже, чем летняя межень. Вот, и все будет зависеть от того, как будет принимать у нас Клязьма, от которой напрямую зависит наши реки Нерль, Лух, Теза. Вот, все зависит от многоводности их. Вот. А в общем-то мы не ожидаем многоводный паводок. Несмотря на ожидания, природа может быть непредсказуема. Спасатели готовы к любому развитию событий. В случае резкого подъема воды сработает экстренное оповещение с подробными инструкциями для жителей опасных районов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.